К Новому году готовятся учреждения культуры. Уже разработана обширная развлекательная программа. По традиции, главной площадкой для празднования Нового года станет Театральная площадь. Основные мероприятия начнутся с 20 декабря. В это время пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Зарядись на Новый год с новогодней лотереей, петушиными гаданиями. О самом интересном художественный руководитель Центра культуры «Родина» Оксана Хариш. 20 декабря в 11:00 на Театральной площади состоится открытие новогодней рождественской ярмарки, где соберутся Деды Морозы и Снегурочки нашего города и дадут старт новогодним поздравлениям. С 22 декабря Центр культуры «Родина» приглашает на уникальное, удивительное новогоднее представление «Тайна волшебного города», где ребят и родители ждет интересное интерактивное представление и возможность попасть в сказочный мир гнофов. И 31 декабря в 23:00 мы всех анапчан и гостей города приглашаем на Театральную площадь, чтобы вместе встретить счастливый 2017 год.